Hey, okay, Шимики, мы продолжаем пройти группу, название Dark Souls 2. Короче, у меня тут появилась такая идея. Давайте я, короче, заберу с ящика чисто все души, которые у нас есть. Мы их сейчас заберем, и я их использую. И посмотрим, сколько мы вообще душ получим со всего вот этого. Так, на две прокачки у нас уже есть. Сколько же у меня этих душ? Так, драконьего всадника, мне кажется, нужно оставить, да, одно? Если я вдруг лук захочу, или драконоборца. Мне просто интересно, сколько у нас всего душ будет. Почти 500 тысяч. О, сколько же душ мне уже. Но все равно один фиг, это не так уж много прокачек. Хотя кто знает, ладно. Погнали, гниющий. Так мало. Повелитель гигантов. 25. Ну чё? Прокачаем. Сейчас как раз посмотрим, сколько у меня уровней хватит. Так, давайте, у нас 30. Ну, 19 левелов можно апнуть. В принципе, нормально. Так, ладно, что мы тогда делаем?
Можно урон повысить. Как вариант. Сила до 50. Давайте... Да, вот так. Так где-то. Так, у нас остается десятка. I'll be around. В принципе, сойдет. В принципе, сойдет. Так, а мне интересно, а могу ли я лук? А, это мне нужно в другому лететь. А, давайте я сейчас на паузу поставлю, полетим. Так, забыта крепость. Йо, чувак. Короче, давай, мне нужно усилить оружие. А, я не могу усилить. Подожди, это вообще не то. Закалить оружие мне надо. А, на грубость. А, в смысле, если я сейчас это сделаю, у меня не будет стоп... Не, тогда не надо. Так, усилить оружие. Ну, давайте что-то из этого еще усилим. Пока денежка позволяет. Можно перчатки. На 6. На 18. Все, отлично. Так, полетели, где мы там закончили, на водичке. В принципе, если так подумать... Блин, если найду торгаша, которому я смогу сплавливать все свои вещи, которые у меня сейчас есть, мне кажется, будет нормально. Сейчас мне немного нужно понять, куда мне идти. Вау! Вау! Прикол. А что у них по хп? Я пробить не могу. Я пробить их не могу. Окей.
Понимаете, сейчас немного сложность в том, что я должен понять вообще, куда мне бежать. Я в дерьме. Походу, я в жутком дерьме. Я просто не понимаю, как их убивать. Они сильные. Но у них атака. Пуляет шар. Пуляет меня шар. Раз. Моя цель — понять, куда мне идти. Ладно, мне повезло. Я понял, куда мне идти. Мне повезло. Я понял, куда мне идти. Что это? Нет, в сумке. Камень дракона. Чего? То есть я сюда еще что-то должен был принести. Замечательно. Ясно. Окей. Замечательно. И то есть я вообще теперь... Так, двуручный, подожди, меч крови дракона. Двуручный меч принадлежит одному из рыцарей крови дракона, который командовал сир Йорком. Гваривровка. На Эфесе изображает кровь дракона. Для рыцаря сир... Свежая кровь дракона была священна. Они верили, что с помощью могут постичь самую жизнь, вырвавшись из окон бредного существа. Мне не это важно, мне важно, куда мне идти, черт вас побери. Окей, я разобрался, что мне нужно все-таки сюда было. Но, чтобы дальше постичь день и сущность, мне нужно какой-то камень. Камень какой? От чего? Это лифт? Да ну нахер. Серьезно. Эта херня активная. По ней просто нужно было ударить. Класс. Сколько я всего пропустил, потому что я видел таких камней до хера. Да. Я сюда смогу попасть только когда засуну... У туда сраный камень, как я понимаю, драконий.
И все будет окей, все будет нормально. Ладно, зато хотя бы я все лифты нашел, которые мне надо, по идее. Сейчас изучу местность, так сказать. Опа. Это надо мной. Шульва, священный город. А, да ладно. Нихера себе. Хм. И что, мне это должно было... О чем было сказать? То, что я лох, и мне теперь все заново пробегать? Найс. Ладненько. Делаем сейчас таким образом. Я возвращаюсь в локацию, где эти чудики ходят. Возвращаемся обратно. Мне нужно тогда... Через шипы. Хотя, че я волнуюсь? У меня вон. Уже ни хера такого нету, поэтому буду просто лазить и все лутать. Просто я единственное понял, что у меня теперь есть лифт. И то, что эти камни сраные, нужно было атаковать. И все. Сраный камень. Знал бы я раньше. Не было бы столько проблем, сколько сейчас. Слушай, может давай я тебя попробую убить, чел? Долго. Ладно, давайте типа убью его, потом посмотрим, что с него будет. И что мне дали? Ясненько. Короче, с каждым я так не собираюсь драться, поэтому я серьезно попытаюсь пробежать и сдохну. Плевать. Сейчас моя цель просто пробежать это место. Давай, дух. Фантом. Появишься? Томас.
прикола еще эта херь будет здесь? Ой, боже мой. Сраный шут. А эта хер как это очень долгая. Чересчур долгая. 64, блин, давайте использовать. Какая разница? Флях, конечно, у меня нет, это плохо. Все враги возобновились, это плохо. Особенно призраки сраные. Отсюда тел не видно, да, ихних? Зараза. Может, мне нужно оружие священное на что-то? Походу, мне нужно священное оружие. Я что-то забыл про эту херь с токсином. Ладно, сейчас попробуем что сделать. Смотрите, что мы тогда сейчас делаем. По факту... О, он уходит. Пускай уходит. Он сейчас уйдет. Внизу там челика нету. Мне надо, чтобы он ушел. И я спустился и стрельнул с луком. Что мне там дали? Сука. Тварина. Я хотел по-тихому. Ладно, давайте подождем, чтобы он сюда ушел. Так, смотрите, он, короче, ходит. Я быстро сейчас прыгаю сюда вниз. Сука, она начала петь. Он за мной смотрит, короче, забейте. Надо, чтобы он ушел. Я спрыгнул, активирую кнопку дальше. Чтобы мы открыли проход и туда мы дальше прошли. Короче, слишком долго все это происходит. Я уже минут 10 стою, просто нихера не происходит. Поэтому нафиг надо, я спрыгиваю. Ага, пососи-ка. Вот и все. А, я все это делал ради сундука? Лол. Надеюсь, полезного сундука. Отрицание. Древнее чудо, принадлежащее кардиналу Шульвы, позволяет обмануть судьбу, когда здоровье падает до нуля. Изначально создавалось для того, чтобы у умирающих было время попрощаться с родными.
побежал. Окей. Вещи. Так, вещи. Дальше продолжаем искать все. Так, короче, я нашел колечко. Сейчас покажу, где что, да, и все. Тут я еще не подобрал, потому что там была ловушка. Ядовитая, талисман Ллойда. А здесь я, короче, подобрал колечко. Не, мое колечко вот это. Кольцо кровавого. Увеличивает сопротивляемость кровотечения. Одно из колец укуса, приславшихся своим необычным видом, увеличивает сопротивляемость к кровотечению. Похожий и от чего-то тревожный вид этого кольца намекает на то, что они имеют один источник. Кем бы он ни был, создать их мастер. Ну, короче, вы поняли. Сейчас, походу, будем прыгать к паукам вот тем, где логово их не было. А, я нашел, где их не тела. Так, возвращайся обратно. Блин, давай падай, плес. Хорош. Так, и там еще был один, я видел эту херовину. А, стоп. Вот они все, видите, стоят. Опа, один ожил. Второй ожил. Третий ожил. Четвертый. И пятый. О, тут еще и шестой есть. Но шестой один уже упал и сдох в виде призрака. Вот и все. Вся сложность этого места то, что чтобы сюда дойти. Их тут даже семеро. Ключ от вечного святилища. Я там еще какой-то ключ находил. Шлем рыцаря святилища. Так, давайте смотреть, что я получил. Ключики, да? Так, камень, управляющий механизмом в святилище. Чрезвычайно прочный камень. С его помощью можно управлять механизмом в вечном святилище. Это наследие народа, обнаружившего дракона. Народа, который поклонялся его величию и сгинув вместе с ним. Ключ от вечного святилища. Ключ к внутренним покоям вечного святилища. Топлый король построил вечное святилище в качестве убежища для дракона Сина. Святилище можно показать таким храмом, но оно наполнено опасными существами, которые следуют, чтобы ни один посторонний не нарушил здешний покой. Окей, что мы, короче, получаем с вами? Во-первых, мы с вами получили то, что здесь дохера умирают теперь дурачков в шипах. Но они сами дурачки сюда пошли. Теперь они... Нихера себе, что ты умеешь. Так, окей, что мы делаем? Я спрыгиваю, и мы просто бежим. О, здорово. Так ты ожил? Блин, а в принципе я могу не тупить и тэпнуться к своему этому. К телу, которое... Ну, по лифту подняться. В натуре чё я туплю?
Кости есть, если надо, куплю. Так, окей, я спустился, телепортнулся, все сделал. А, и он снова тут ходит, ясно, они не бессмертные. Да, использовать. Ага. Надеюсь, там врагов не будет. Но там, кажется, что-то еще приехало вместе с лифтами. На них что-то стояло. А вот что? Это уже не я знаю. Ну, я наверх поднял, пускай едет. Ну ладно. Посмотрим, что меня ждет в этом храме. Сраные песни. Я хочу запрыгнуть, чтобы расстрелять, если там кто-то есть. Бля, ты что, разбег не можешь взять? На. Ясно. Окей. Ладно, давайте, чтобы я... Чтобы я не рисковал. Перекаты у него очень медленные. Но в тот же момент он очень живучий. Не знаю, куда он убежал, но это плохо, мне кажется. Ладно, давайте откроем, так уж и быть, проход. Ха-ха. Дурень, сам же спрыгнул вниз. Эй, дурень, давай не уходи. Мне вообще ни хера не нравится.
Опа, давай, давай. Оп, давай, выходи, выходи из домика. А, значит, их тоже так еще можно убивать. Печально. Хе. То есть, по факту, я должен успеть прыгнуть, да? Это что, еще и иллюзия была? Wait, what? Ха. Странное место. Очень странное. Так, оттуда я, в принципе, могу допрыгнуть, но я задохнул. 3-4 минуты уже снимается. Пиздец. Окей. Вижу туман. Начнем с этого. Так, я все еще человек. Я могу спрыгнуть сюда, но потом я не смогу вернуться. Давайте я пройду здесь. Ага, здесь я просто упаду. Вау. Так, приятель, давай. А, я понял. Ты бесишь. Но он за это поплатился. Странные рыцари. Пип. Мне нужно грохнуть тот, кто это поет. Я это очень хорошо понимаю. Странные колдуньи. Старая колдунья, старая ветоша. Хоп. Бам. Ясно. Бам. Ясно. Бам. Бам. Ма. Он сейчас ко мне сюда, да, поднимется? О, да. Привет, приятель. Хорош. В следующий раз поговорим о твоих манерах. Ха. Привет. Логично было, что где-то будет западня. А
вот где это уже другая история. Блин, надеюсь, там будет хотя бы этот. Странно, что здесь все ограблено. О, дракона. Все дракона. Не зря я сюда пришел. Ну, блин, ну у меня еще заточено, и будем еще от этого отталкиваться. Ну, вам плевать. Так, а теперь мне нужно понять, куда мне прыгать. О, там призвать можно кого-то. Неплохо. Но слишком мрачное место. Хм, призыв какой-то фантома. Так, надо колечко поставить иное. Эль сердце. Эль сердце, давай посмотрим, что здесь у нас в округе есть, и пойдем на босса. Слишком мрачное место. Ну, я думал, вдруг тут еще какие-то знаки призыва будут. Опа. Показалось. Чё, ты готов? Надеюсь, ты будешь полезен. Найс! А тебе все в порядке? Рыцарь, а? Зачем я побежал? Надо было отхилиться. Ладно, сейчас спустимся вниз и продолжим снова. Надо заново весь храм проходить. Заново! Я понимаю, насколько это сейчас будет глупо, но я отсюда хочу допрыгнуть до туда. Ок, больше полпути я пролетел. Идем далее вниз. Next try, next try. Так, давайте сразу посмотрю, что у меня по кольцам еще есть. Ищем максимальную нагрузку. Защита тьмы. Вещи. Сейчас попробуем таким.
с квадом сделать. Я понял. Начинается. Ага. Так, давай, ты танкуешь, чел, я пытаюсь убить эту херь. Найс. Чего? Подожди, ты ж не хочешь сказать, что это еще не все? Окей, я жду. Атакуй. Какая же ты тварь.
чуть не сдох. Почему я только могу его призвать и все? Чел, давай. Я не знаю, какое мне кольцо взять. Ладно. Идем, приятель. Еле-еле. А, и меня еще и на паузу стояло. Ну. Да, угольная смола хорошая вещь. Это было что-то. А, нихера, тут сразу еще два призыва. Че, давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Следующая серия призову этих двух. И мы пойдем дальше. Что же там будет дальше? Фиг его знает. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.